Здравствуйте, дорогие друзья, с вами доктор Труф. Это продолжение прохождения великолепного мода Westeros DS, Westeros Темные Крылья, версия 2.9.4. Мод на старушку имеет 2 Total War, мод по вселенной Игры Престолов. И после достаточно продолжительного перерыва, где-то в парочку недель, выхода Саус Парка, ко второго, который я проходил, вообще зараженный, так сказать, просто... как наркоман. Пердящий наркоман. Хи-хи. Я вернулся. Вернулся к меди. Такие пройти надо до конца. Нельзя откладывать. Надо таки добить. Добить, добить, добить. Тем более, что нам дофига надо. 80 областей надо, по-моему, мне поднять. 80 областей. Это значит, что мне еще надо... То есть, считай, все вот это захватить. Даже, возможно, поссориться со своим союзником. А ведь союзник со мной вполне может поссориться. Это мы все помним по моему стриму Застаниса, где мой единственный союзник и Братство без знамен таки напало на меня, да, прервало союз. Хрен его знает почему. Потому что я и города им дарил, и денег им давал, еще что-то там. А они все равно потом по итогу напали. Вот напали и все. Поэтому я вот не знаю. Сейчас я тоже дарю сейчас Станису, вот, например, Горький мост им отдал. Там Тамблтон захваченный отдал. Здесь в свое время отдал Алое озеро. Но сейчас уже все. Он вернулся ко мне из лап уже Ланнистеров. Ну, сейчас я им дарю эти замки только исходя из стратегических соображений, чтобы не схлестнуться с Джоффри. Чтобы они были как заслоном. Плюс... здесь хоть как-то закрыть свой фронт. Здесь никого нету вообще у меня. А здесь у них две пачки, могут как-то защитить. Вот у меня основные действия здесь происходят. Ланнистеров. Надо их добивать. Надо бить Ланнистеров. Закрепиться вот с этой стороны. Ну, конечно, по возможности хорошо бы вот так вот все хапануть. Ну, не знаю, к чему это все приведет. Да, и плюс, почему еще я решил продолжить прохождение, да, потому что я решил попробовать вот этой вот армии, пускай она хиленькая такая, да, но экспедиционный корпус, который появился у меня здесь у Старков, выпустить вот сюда вот, да, за стену. Я знаю, что нужно будет содержание армии, то, что там, типа, они будут голодать, что будет тяжело, но я знаю, что там иные уже давно пришли, они вовсю уже... Но они пока еще не уничтожили одичалых, может помочь одичалам, я тем более с одичалами не воюю, помочь одичалам в борьбе с врагом. Кстати, у меня же есть тут посол-масол, да? Посол есть, посол? Посол мой усол. Мой посол давно усол. Ёперный театр. Кстати, о птичках. Кстати, о послях. Вот посол здесь стоит. Может, тут посол передвинуть на каком-нибудь... Это самая дешевая тачанка. Это вон три хода, да? Одну сделаем. И все, что ли? А посол еще будет какой-нибудь? Еще посол могу сделать. Да ладно, еще прикалываете, что ли? Нет посла больше. Никого, никого? Нет, есть. Вот, пожалуйста. Да, вот и возьмем его, да. Фелводик будет готов. Посол через три хода подплывет. Ну, надеюсь, что мне удастся договориться с одичалами. Хоть о чем-то. Потому что отсюда уводить я не буду человека. Здесь тоже посол мне очень, сука, нужен. И... да и все. А где третий-то, ё-моё? Ну-ка. В западных землях, штормовые земли. Все, их два только у меня, да? Да, только два, все правильно. Я сейчас сделаю третьего. А агенты. Сейчас я забыл про агентов моих. В западных землях. Где он? Здесь? Да уже здесь ты не нужен, братан. Ты уже нужен. Я бы сказал, вот прям вот здесь вот ты вот. А здесь уже есть у меня чувак. Ну, а ты иди вот сюда вот. Вот тут уже посерьезней. Ну а ты иди вот сюда вот. Тогда уж вот вы вдвоем тут потусите меня. И вас только и двое, и все. Да, я не зря стал делать еще. А ты еще делаешь лазутчиков. Еще, да. Лазутчики. Ой, какая прелесть, я шутка. Дорогие ребят, пока не буду вас делать. Блин, здесь не могу. Че, нет, что ли, ё-моё? Шпионов, что ли? Господи, боже, шпионы. Ну да, давай. Здесь тогда. Шпионы нужны. Ну, продолжаем. Да, у меня сейчас ход. Я ход. И я вот подумал, а нет, я пока не пойду. Я бы с удовольствием пошел бы сейчас на Хонваль, но вот это вот меня...
сражаться. Вот эта туса мне не нравится. Так что лучше я ее где-нибудь попробую поймать, перехватить. Если пойдет. А Хонваль заберу. Главное, Сарфилд забрал. Сарфилд я забрал. Теперь у меня здесь все. Есть, стоит Мэн с торговцами. И это хорошо. А, читерские стеки пока не появлялись. Надеюсь, не появятся, ибо они бесят. Слоны есть только одни. Да. Ой, я поменял столицу, по-моему, на стороне, да, или на Хайгарден. По-моему, Хайгарден я сделал столицей. Ой, не то. Да не то, не то, братан. Да. Столица моего селения теперь Хайгарден почему-то. Ну, потом, если захвачу Королевскую гавань, будет Королевская гавань моей столицей. Пока нормально. Пока вот то, что надо. Хайгарден. Может, даже Старомест можно было сделать. Ну, да ладненько. Погнали. Погнали. Новая заданница. Захват поселения. Ой, 27 штук. Ух ты, как хорошо. Так, захват поселения Кайс. Ты где у нас? Понятно. Не, ну сейчас не до него. Я понимаю, ты... Да нафига мне этот Кайс? 5000, ребята. И сколько главарей? Все пока в норме. Финансовый отчет. Купечество 13 тысяч. Торговля 12 тысяч. Налоги 26. прекрасный прирост. Ты мог подумать, да? Вот теперь уже все. Не на что воровать. Звездная песня. Староместие. Мечнички. Лазучик. Хайгарда нет. А разберемся. Так, и здесь мы тоже разберемся. А хотите что разбираться? Столько отстройки отремонтированные в Сарфилде. Тысячи. Блин, жестко. Блин, жестко. С построечками-то здесь. Окскросс. Надо развитие. На развитие торговли надо. Давай вот этот лагерь лесорубов дешевый. Нива. Лагерь лесорубов. Длинный стол. Давай вот эту военную администрацию. Тут еще стоят. Ах, Сарфилд. Ну... Похни. Хорошо, что хотя бы у тебя бонус есть, да? 19800. А бонус есть, неплохое строительство, да? И все. 500 рублей. Зато сейчас разовьешься немножко, станешь круче. И найму на что? В Хайгардене. Есть лазутчик. Он у нас пойдет. У меня нету лазутчика вот здесь вот. Это важно. Вот сюда вот. Посмотреть, как тут боевые действия проходят. Беги туда. Братан, беги туда. Да, все. Следующее. У нас есть Фелвуди Пласол. То, что надо. Вы там оставайся. В Ниве есть лазутчик. Очень хорошо. Этот лазутчик направится вот в эту степь. Но нельзя отсюда убирать армию нашего Берика Дентариона, потому что вот эти вот не спят, они сто пудов. Все, что им полезут на зеленое поле. С удовольствием. И еще посудный шпион. Еще в утесе есть шпион. Вот в утесе хорошо, да. Утесный шпион отправляется у нас вот сюда. И еще один есть в Ланиспорте. Ну и в Ланиспорте. Вот этот агент отправляется, да, он уже там уже и так двое. То сюда давай. Вот сюда. Так, здесь... Ага, Ланнистеры, значит, боются стали во всю боль с этой стороны. Ну и слава богу. Если заберем Хонваль, будет возможность... Ну, как бы не знаю даже. Вообще Хонваль хорошая штука. Хпануть. Ой, хпануть бы. Здесь я и так все вижу. Здесь ни хрена нет у них. Ни хрена у них нету. Может, в принципе... Если бы я имел здесь какую-то пачку, можно было броском раз, броском два, броском три. Все, забрать все три. И считай, что здесь я тоже все забыл. А так как наши Грейджой союзники, ну, временно, конечно, понятно, что они, скорее всего, потом предадут.
Можно было Крейг забрать и плюс еще вот этот замок. Но нету у меня сейчас армии. Нету. Нет у меня армии на это. У меня вот есть армии Старфилды, которые так готовятся биться. И здесь. И здесь. Всего три. У меня всего три пачки. Я судя, потому что мог бы сделать и четыре, блин. Да, братан? Жду вашего приказа. Как ты на это смотришь? 275, дорогой, братан, ты дорогой. Ну, давайте собирать тогда. Здесь из чего? Палевное говно. Ну, тут у меня староместье. Ты что, меня слышишь, не понимаю? Староместье, вот тут четыре человечка, которые, в принципе, могут идти, вот, скажем так, готовиться в Хайгарден, да. Ну, не в Хайгарден, конечно, а... в старый тут, наверное. Или вот в Рогов. Нет, старый тут. Старый тут. Ну, еще двух и городскую стражу. Не купишь все равно, да, наверное. Ох, арбалетчики за щитами. Через 6 ходов только будут. Давайте обычных лучников. Кавалеристов простых. Да, будем простотой брать. Мы богатейшая держава. Были. Так, здесь. А, ну здесь у меня еще две пачки. Вернее, пачка здесь. Я бы сказал, здесь она особо сейчас не нужна. Я бы сказал, пачка мне это нужна скорее вот как при приграничной вот, либо в Звездной песне, либо в Фелвуде. Так что выходите, выходите и идите. Выходите и идите в Звездную песню, наверное. Вот так будет вот. Исполнено. В Звездной песне останетесь, будет вам счастье. Ну-с, господа, вот, возможно, сейчас будет первая наша встреча с... Начинаем высадку, милорд. Блять, какой-нибудь. Жду вашего приказа. Вау! Мы это не сможем сделать. Мы не можем это сделать. Мы не сможем. Блин, мне нужен здесь шпион. Но конечно, мне шпион нужен здесь. Ё, первый театр. Как же я без шпиона-то, а? Да, мой король. Нафиг, пока. Пока, брат. Слушайте, братан, сплавай-ка ты за шпионом сюда. Честное слово, а я передумал. Плыви давай, братан, плыви. Там дипломат и пару шпионов. Вот, железодракон, кстати. Содержание 1100, ёперный театр. Хорошая хрень, но защита плохая. Ну, посмотрим, может и сделаем. Содержание 1100, ёперный театр, а. Ёперный театр. Есть у меня еще шпион? Да, еще шпион в старом месте. Да, блин, мышка-то, ё-моё, что с тобой? Батареечку надо менять, походу, мышечка. Да. Есть шпион. Оставь еще в старом месте. Давай уж тогда здесь, в Хайгардене. Да, вот, пожалуйста. Вот так вот все. Шпион. Блин, да ладно, ты что, серьезно, что ли? Не хватает денег даже вот на Йента. Вот же, вот. Как так? Тут хватает, а тут нет. А, у кого-то 350 рублей стоит шпион, а у кого-то он стоит. Не понимаю. Какая-то странная какая-то. Очень странно. Ладно, в любом случае шпионы нужны. Не буду я пока высаживать, ребят. Придется подождать. Подождать, как будет дипломат, шпион. И со шпионом я уже буду высаживать. Хоть как-то, чтобы было не так страшно. А здесь что? Ничего. Сидим. Не полезем мы пока никуда. И здесь не полезем. Ой, как они тут наращивают. Да. Надо, конечно... Сейчас денежка появится. Денежка появится в старом месте. Значит, строить армию третью. Третью. Вот, кстати, вот она идет. О, да. Соберем третью пачку. Северную, так сказать. И пойдем. Кайт, шмайц, все остальное. Короче, Светлый замок, Крейг. Вот это все. Пойдем с этой стороны нападать. У них тут войск нет. У них все вот здесь сосредоточено. Поэтому надо брать, пока они дешевые.
Ура, без минуса вышел прям опять полностью. Не могу уводить отсюда войска. Знаю я этих хитрожопых союзников. Стоит увести всех, как они с удовольствием. Да, мой король. Тут как тут. Ну, погнали, чё. Здрасте, пожалуйста. Хорошо, что с деньгами хорошо. Спасибо за денежку. Ну вот, пожалуйста, бля, читерский стек, здрасте. Сталь мечей. Какой-то хмырь. Дерри Сарсфилд, видимо, сбежавший из Сарсфилда, какой-то херосос. Для меня будет честью победить. Сталь мечей. Это обычными пацанами, но вот элитка, неплохой пеший рыцарь Запада, неплохими конные лучники Сарсфилда, между прочим, да? Рыцарь Западной Земли, пеший, решил отвоевать утес Кастерли. Но я, наверное, все-таки, я думаю, что я отобьюсь, он на следующий ход будет на меня нападать. Классически, да, это я отобьюсь, конечно. Бою. У меня 29 тонн, друзья мои, так что победить. В плюсе. Так что я сейчас решу этот вопрос. Блять, был бы кем? Нанимать-то некого. В том-то и дело, у меня совершенно нет никаких войск. Блять, нахуй мне эти мечники и ополченцы? Вот зачем они мне? Флойды эти. Вот, ну что? Крестьяне, вот, безупречные. Ну, хотя бы эти, более-менее 18 защит. Как бы, правда, они... Говно, конечно, по большому счету. Говно, не говно, а говно. О! Наемники из Крейхола. Ну, вот буду набирать, да. Да, вот этих тоже буду вытаскивать. Ты не будешь сейчас красного, нет? Будет исполнено. Твою мать, что ж такое, что вам не нравится-то, господи. Вот, что вам не нравится, я понял. Вот это вам не нравится. Церковь Орглорена оставить просто категорически везде. Тут уже есть. Тут уже нет. Будет. Должно быть через 6 ходов, да? Здесь уже есть. Уже так более-менее пришли. Здесь нету. Должно быть. А, так, что? И здесь на церковь Орглорена. И вот здесь. Нафиг это. Вот. Церковь Орглорена. Орглора. Уже церковь. Конечно, чтоб не было всяких там этих желтых лиц. До сих пор нету, ё-моё. Хотя тут уже по полной. Нафиг тогда не надо. Ну, надо как бы, ну, так. Не горит прям. Вот тут прям горит, я бы сказал. Прям пердаки взрываются. Почему до сих пор строится? Нету до сих пор. Сука. Как же так? Хотя бы в этом в старом месте все нормально. Так, ну что ж, лазучек в старом месте. И еще один давай. А это уже не надо там. Можно и поближе. Можно и поближе. Вот здесь вот. Он и делается. А лазучек со старом месте бежит в Фелвуд. Сегодня бежать будет долго. Ну, так. Ход не быстрый. Блэкмонт. Все, закончился строительство. Кстати, да, обычные наушники рост. Айронвуд. Айронвуд, вот это все хорошо, но нужно на науку. О, на науку говорю. На 110, да, давай порт. Военная, торговая флотилия, да, 9500. Сука, чего ж так много, такие цены, это пипец просто, какие-то цены, господи. Адовхолм. 6005. Посмотри на них, а. Дай что-нибудь вот, давай что-нибудь вот так вот, подешевле. Ночная песня, что-нибудь по чуть-чуть, что-нибудь. По самое вот, да. В зеленом поле, все как-нибудь, чтобы тихонечко. Это уж пипец какой-то, 12 тысяч осталось. А строить-то надо людей. Был, правда, был бы с чего. Так, верность. В итоге хода минус 12 тысяч, да вот я не верю вам совсем. Утёс Кастерли нас осаждают. Да, ничего не поделаешь. Осада, сука, есть осада. Вашего приказа. Да, милорд. Вот тут такая тишь да гладь вообще просто, да? Везде сплошные города, ни одного замка нет. Ну, если считать вот этих. Тор, что беспокоит вас? Неужто ли? А чё так? Чё так грустненько? Может, тут крестьянина сделать? Одного. Солнечным копье продолжает строить лодочки для... И шпион.
Конечно, господа, отменяется здесь тройка. Ненужная совершенно. Шпион Сона. Вот, шпион. Господи, как я его... Мог, в прошлый раз же мог сделать, блин. Ну да ладно. Вот здесь неплохое, кстати. Предприятие может выйти. В смысле, сделанием народа. Ну да ладно, это возможно. Возможно, солнечное копье будет поставщиком мяса. Вот. Вот сюда вот. Ладненько. Ну вот это вот, вот прям совсем неприятно. Что делать? Что? О, здрасте, блядь. Это я вывел, да, своих ребят? Не бой, иди в Ладиспу, что ли, да. Пока сюда. Что у нас? Как чего? Вот так вот. И вот так вот. Давайте строим. Конечно, строим. Что делать-то? Здесь строим. Да, строим. Везде строим. Набираем. Есть бабки, набираем, разумеется. Говно? Ну, так говно, так говно. Чё? Пока никого. Ну... Тут как вариант, но нет. Пока пес в конвальд не пойдет. Пес пока посидит здесь. Как у нас тут дела? Ничего вообще, полный ноль. Я там все снес золотой рущи. В Хайгардене. Да, но нет. Брать-то нехер. Так разве что. Здесь что у нас? Давай вот так вот. В старом месте. Катапульт. Ну, это их хода будет делаться. Давай, вот так вот. Блин, народ-то делается дешево, да? Опа, и уже вот так. Набрал ты себе людей. Ладно, остальных по пути подберешь. Наемничками. Вот, кто пойдет-то? Кто пойдет-то? Например, вот, например... Ну, ты так, предводитель, ты говно. Вот ты хорош прям. Ты прям хорош. Великий командир. Давай-ка, ты вот сразу вот сходу. Наемных... Дорогие, блядь. Вот этих козлов... наемных, да, и поскакал. А здесь что у нас можешь нанять? То же самое. Иди пока, значит, по землям простора. Собирая добровольцев. Наберем пачку, ну, как пачку, несколько наемников, которые будут выступать у нас основным щитом, скажем так. Все. И пойдем кайс, майс, там все вот это будем забирать. А тут братана потихонечку будем справлять вот этого. Голодон агаунта будем. Кое-как, как бы, да, беречь. Заранее это делать, конечно. А крестьян-то у него не нужно уже. Блин, тут 7 человек, ну что они могут сделать? Правда, наемные, но все равно. Контратаку сделать? Не уверен, что это будет хорошая идея. Уф. Делаем всю гулечку. Да, плыви обратно, конечно. Плыви обратно, чувачок. За... Посмотрим. Как прикажешь? Как-нибудь. На сегодня путь окончен. Господи, ну чё, ну ход. Ну вот они и напали, собственно. А что ж мы хотели? Первый театр. Ну я... Да нет, я должен выдержать. Тут всего... Рыцари они, да, лучники, они полезут в атаку, как только пробьют мои ворота. Полезет кто-нибудь один на лестнице, я думаю, что вот эти ребята. Эти ребята потащат осадное орудие, а вот типа вот эти ребята, меченосцы там, да, или вот какие-нибудь копейщики, просто потащат лестницы. Получат они минюлей от моих вот этих хлопцев, а копейщиков наемных поставлю я внизу вместе вот с этими ребятами-пикинерами. Плюс поможет кавалерия. Выйдет, может, сзади с тыла, кстати, пройдется вот так вот. Вполне возможно. И вот эти 7 человек тоже с другой стороны. Да, можно это сделать. Конечно, можно. В любом случае, вот он, бой серии. Защита утеса. Фух, ну что ж. Посмотрим. Посмотрим. Истанис тоже посмотрит. Да, Истанис на меня тоже посмотрит, да. Ну что ж, глянем. Такой же я фуфло, как и раньше был. В смысле, растратил я все свои уже навыки, которые у меня уже были или нет. Так, быстро, быстро, пока не случилось. Жапео. Твою мать, вот они. Где они? Вот они, прямо здесь. Сука, уходите отсюда. Уходите нахер. Быстро. А вы не поставите Коли, да? Или поставите? Поставите Коли. Уйдите нахуй, давай, Коля. Блядь, нет Коли, Кольев, нету Кольев. Серьезно, что ли, не получится вообще никак?
Блять, серьезно, вот так вот. Блять, не будет колев. Ну хуй с ним. Нет колев, так нет колев. Ничего не поделаешь. Не сюда, братан. Так. Вот так вот. Вот так вот. А, сзади вот тут. Очень хорошо. Стоят вот здесь. Очень хорошо. Все. Настиг нас мистер Бак. Мистер Бак-Бак. Так, вход у нас здесь только один. Вот это вот, ну нахуя вот здесь они? Вот, ну вот зачем вы там? Ну, дальше я вас сниму отсюда. Боже мой, а ну вот зачем вы там, друзья мои? Конечно, вы там нужны. И колышки я не смогу поставить. А из-за того, что багусики... Багусики не установлены. Да, все. Все, багусики. Даже не знаю. Вот, пожалуйста. Багусики. Вход только один, да? Прям вообще один. Вот не надо песен, вот второй. О, я обожашка. Я обожашка эту... Эту замечательную... Карту. Как мы можем... Вообще приколоться просто божественным образом. Зачем держать здесь оборону, когда можно вот сюда все сместить? Конечно. Ё-моё. Может попробовать прямо защищать вот это место? Не могут сделать. Ну вот здесь они не заберутся. Здесь они вот полезут здесь. Ну, со стены. Например, с лестницы. Могут полезть? Могут. Но не полезут. Они полезут прямо вот вперед. Там будет что-то ломать. Я, правда, не убрал индикатор. А, ну, переиграю. Чё, я же сохранился, в принципе, если что. Да, это гениальная вещь, друзья мои. Нет смысла делать чего. Единственное, что мне вот интересно, если шпионов вот здесь в город поставить, они наверняка меня полезут. Кто-нибудь же пойдет же сюда. Ладно, не буду. Попробую. Я еще ни разу не защищал подобного плана крепость. Поставлю все вот так вот пока, да? Действительно, а че ему мучаюсь-то, господи? Блять, только вот тут. Вот. Все, вот так. Все. Все, перемещаем всех сюда, и вы спокойно занимаете их места. Ребята, здесь вот займут места спокойно. А ну, твою мать. Да, вот так. Ну, ребят, ну извините. Это, конечно, кошмар какой-то. Давай. Все, всех убил, все убрал, все убрал, всех убрал. Удачи, братан. Так, быстро сюда. Вторые сюда. Хотя что полицию сюда, конечно. Так вот я бы сказал. И вот сюда. Давайте, ребята. А мы пока спокойненько вот тут поставим. Блин, здесь можно было бы, кстати... А, нет, тоже дороги, да? Здесь тоже нельзя было коли поставить. Ну, было бы ржачно поставить коли, например, где-нибудь вот тут тоже. Скачите, не хочу. Давайте, лезьте, лезьте, ребят, чего там, я не против. Вон и там, поехали. Ломать. Что ломать, зачем ломать? Так, вот, зайти к нам можно только с той стороны, поэтому... Идем сюда. Ребята, сюда идем. Бегом только, твою мать. Ну что ж такое-то, а? Встали? Почти. Семерочка тоже сюда давайте. 52. Тоже сюда. Вы все уже стоите, да? Молодцы. Хорошо. Вы 20. Вы все встали, да? Вот так.
Давайте, лезьте. Ха-ха. Так, кто у нас тут не добежал? Бежит еще какой-то отстающий один. Все, хорошо. Здесь выстроились. Почти один только немножко что-то подрагивает там. Тревога! Они ломают наши ворота! Да? Серьезно? Ой, плевать. Давайте сюда. Сюда. Группа здесь стоит. Группа здесь стоит. Я что-то сказал, что ли? Тихо говорю, что ли, блядь? Сюда я сказал. Сука, бегом. Твою мать, а бесячие дебилы. Войны дебилы. Быстро, блин, быстро. Тоже всем быстро, все. Так, здесь стоим, да? Ну, стойте здесь, да. Вас немного, но вы в шляпах. Кстати, интересные, да? Ребята с топорами такие стоят, понимаешь? Ребят, не суйтесь, все хорошо. Спаси все нас, хорошо. Господь! Враг уже на стенах! Держите оборону! Ну, это оборону. Не на стенах, это так. Враг уже... Вот они вошли. Такие, а где все? Где все? Вот они стоят, что-то там. Никто не поехал. А, нет, поехали, да? А вот, кстати, а что они будут вот с этим делать? Ха-ха, ничего. Лестницу они потащили. Таран они бросили. То есть они думают, сейчас они на лестницу все полезут. Твою мать, у них там все будет хорошо. Вот нет. Не будет. А мы-то готовы прям очень хорошо. А лестницу здесь они не прикарманят. Лестницу прикарманить могут только здесь. Поэтому приготовьтесь, скорее всего, придется лезть прям жестко. Вот сюда вот как раз и на лестницу. Так, давай, батя, чуть поодаль. Все-таки. Да, блядь. Шустрее, блин, шустрее все. Все, ребята, стоим, ждем, расчехляем, если что, суем. Не совсем то, что я хотел. Да нет, нормально все стоит, в принципе. Нормально стоит. Ну что, вот они стоят. Идут. Взяли таран второй, да, все-таки взяли таран, лестнички, да-да-да, все, таран будет, они будут ловить таран. Ну, я не против, что, ради бога. Давайте. Давайте, тут уже их ждут, собственно. Наемные пикинеры ждут, да, вот лошадок, которые будут пять. И ребята плотненько стоят. Прямо аж пританцовывают. Все, начали палить. Начали работать. Что там они, это глупость какая-то. Ребят, что за суицид, ребят? Это суицид, господа. Это суицид вообще полнейший совершенно. Идиоты. Ёперный тяжкий. Господи, боже, ну что ж вы делаете, да? Вы же себя не бережете совсем. Куда вы уже? Ну ё-моё, куда вы? Что вы делаете? Я понимаю, что вы читерский стек, но до такой-то степени не любить себя. Зачем? Какой смысл? Какой смысл? Ну какой? Какой? Пробежаться? Проложить, что ли, чтобы было видно, куда идти коллегам? Видимо, да. Да ну что тут? Всех вообще. Так. Переключаемся, да, резко вот на этих господ. Вот. Так. Достается, нет? Достается, конечно. Ой. Блин, все кончится, что все. Они все здесь кончатся, блин. Вот пешие рыцари Запад, вот по ним прямо огонь огоньский. Кто здесь еще? Вот они все пришли. Да много людей-то, кстати. Они притащили лестницы.
Сейчас будет жарко. Сейчас будет жарко, я согласен, да. Так, ребята, быстро. Куда, 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 ё-моё? Можно я ничего не буду говорить? Можно я ничего не буду говорить? Мне так хочется вот... какого хуя? Что ты здесь делаешь? Категорически странно. Так, это кто? Они... Где? Вот. Рыцари... А вы вообще выстрелов не сделали, что ли? Они вообще не стреляли. Посмотрите, они вообще не стреляют. Они вообще не стреляют. Ребят, вы чё? Ёперный театр. Ходите сюда тогда, что? Но почему так-то? Ну вот здесь же проход есть. Это очень странно. Бегите туда, ладно. Будет стрелять хотя бы отсюда. Да. Тревога. Они ломают наши ворота. Жмите их, жмите, жмите, жмите. Бегом, 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 ребят. Давайте, давайте, давайте. Не учел я этот момент. Оказывается, копейщики, арбалетчики, в смысле, вообще отсюда огонь не ведут почему-то. Куда вы, что вы ждете? Это кто-то забрался. О, забрался-то он только нормально. Ну что, давай. Ворота давай, разбиты. Давай, все. Фу, полезли. Давай. Приготовились. Где мои эти арбалетчики-то, блядь, долбаные? Пришли? Быстрее, быстрее, все. Стоять. Все, начало. Началась жара. Все, давайте. Крошево, крошево, крошево. Стрелять-то будете, нет? Туда, да. Давай, давай, выжигаем, выжигаем, выжигаем. Тут-то как у нас? Да тут все нормально будет. Нормально будет все. Помогать, помогать. Придется вас подключить. Это поджимает все-таки, да? Какого хуя? Это что за хрень такой? Поймать, поймать пидораса. Воу-воу-воу! Куда вы поползли все? Вам не сказали держать фронт? Ёпта, куда поползли мои ребята? Куда они поползли? Господи боже мой. Так, конечно, хорошо, что так все жарит. Но это, по-моему, наемным копеечкам прям перепадает сейчас жестоко. Что они куда-то уползли у меня. Зачем? Не знаю зачем. А ты что здесь делаешь, блядь? А вы что здесь делаете? Господи, ты-то куда? Что с тобой не так? Со всеми вами? О, не так. О, блядь, 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 блядь. Я передумал, это, конечно, в осаде. Господи, что вообще происходит? Что происходит? Боже мой, снять тянущий. Тянущий топ снять. Снять, 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 тянущий топ снять. Снять тянущий топ. Арбалетчики вот по этим козлам. Огонь! Огонь жестокий, ну! С крыши, ну, пожалуйста, приготовьтесь. Как у нас тут дела? Махач, пеших рыцарей Запада, гасите, гасите. Так, видимо, мои... да, там готовы уже, все. Быстро их покрошили. Давайте выходите быстро сзади, например. Выгляните немножко, да? Пропрет, не знаю. Может, получится, не получится. Сзади, сзади, сзади. Попробуйте, ребят, попробуйте. Так, тут 16, здесь 103, между прочим. Серьезные... И все, и нету, да, сюда нет смысла высылать. Я знаю, это баг. Это баг дикий. И нету, все. Какие мечники красные плащи? Рыцари западных земель вот красных. Вот, вот их, вы их гаси. Гасите их, пожалуйста. Ну сделайте вы залп, ну пожалуйста. Ну что ж такое-то, а? Да, тут надо как-то по-другому что-то придумать. Я не знаю. Очень жарит. Ой, жарят они. Ой, жарят. Прорываются, прорываются твари. Ну, потому что мои...
Эх, мои придурки. Надо было не ставить им все на счетов. Плохая была идея. Мы просто уж мы не стояли. Не пускали. Вот они лезут. Да, да, натыкаются на копейщиков. Да, огонь убьет. Да, хорошо. Давай. Телохранители бы еще покрошить. Держусь, конечно. Держусь, что уж тут говорить. Держусь. Так, вот это что за хуйня? Почему вас бьют, а вы не крепчаете совсем? Пипец, вы посмотрите. Ну что это такое, блядь? Убей его нахер. Сука, убей, дай, напихай ему, напихай, напихай, козлу, напихай, 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 напихайте, блядь. Ну, ребят, ну сколько можно уже протыкать? Наконец-то, все, а теперь отойдите. Сука. Обстрел, обстрел, видите, все. Бля, ты посмотри на них. Они работают, нет? Я не понимаю. Они не работают, они. Они не работают. Они не стреляют отсюда. Все, выходите нахуй. Выходи, от вас толку никакого. Вы делаете вид, что стреляете. Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Как в детской игре. Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Мы выиграем. О, хорошо, так крошит моих. Ну-ка давай. И враг будет поднажать. Всем. Всем поднажать. Поднажать, блядь. Ох, жестоко. Не, жарим, 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 конечно. Еще кто-то отступает, там кто-то нет, но... Так, а что теперь? Что теперь? Что? Проблема, да, теперь выйти? Ты сейчас у меня мозг лопнул. А, что-то в мозгу лопнуло. От поведения компа, блядь. Господи, ну почему вы такие ублюдки все? Ну куда ты идешь? Ну ёб твою мать, ну куда вы идете? Вас и так, сука, мало, блядь. Огонь, огонь. А, все, это пиздец, конечно. Это пиздец. Это пиздец какой-то. Нет, оборонять так невозможно. А по-другому это делать, конечно. Нахуй атакуйте все. Все в атаку, блядь, все, особенно вы. О, уже к нам полезли, чтобы ворота захватить. Лезут. Крепчаем, нет? Держится. 91, пешкрыцы. Давайте, дожимайте, дожимайте этих козлов, ну. Вышли, да? На помощь, давайте. Проходите, проходите. А что у нас, арбалетчики? А ничего, они просто попадают в какую-то хрень. Просто вот в одно место. В одно место всех. Жмите, жмите, гасите, гасите, гасите. Сарфинские конные лучники здесь почему бы и нет, да? Стреляет причем прям в гуще. Как это, блядь, ему удается компу, я не понимаю. Ну это пиздец. Это пипец просто какой-то. Снять дефенс. Сжать. Сжимать, сжимать, сжимать. Держать фронт только моим пикинерам. Да затыкайте их, пожалуйста, уже, ё-моё. Пройдут. Все. Все, стреляем, нет? Ну как? Как бы вас в принципе, ребят. Вот, разворачиваемся, да? Ну хотя бы стреляйте, ладно. Сделайте хоть залп, да? Готов убить, нет? Кого, бля? Убили лошадку, да, молодцы. Развернулись. Двух уже, да? Повалили. Кладут. Кладут. Кладут наемников. Охрана полководца. В атаку, блядь, нагер. На дефи, вот так. Давайте. Да не, ну охрана полководца, конечно, завалится. Мы пикинеры пускали. Пикинеры держатся, держатся, молодцы. Но это ужас, ребят. Это ужас, конечно. Вот. Это я не учел многих моментов. Строение. Это могло, я мог избежать вот этого прорыва, чтобы мои копички не влезли, а просто держали бы с двух сторон. И расставлять надо было, конечно, наверное, по-другому. Сюда можно было поставить людей, наверное, не знаю. Лучников. Хотя нет, сюда не поставить никого. Чтобы могли вести обстрел сверху. Колья. Если бы не было бага, могу поставить здесь колья, не исключено. Какие-нибудь чик прямо вот перед воротами. Может и получилось бы. Тогда вообще можно было бы прощаться с любым атакующим тебя. Да ну все уже в атаку пошли. Вот они все, входим нахуй, конечно.
Че, стреляем еще? Нет, стреляет. Мы вниз спускаемся, ребят. Спускаемся вниз. 74. Пеши. Оп, так вот, давай. Вот так вот. Так, вы-то зачем побежали только? Ну, не знаю. Умереть, видимо, побежали. Быстро кончаются тогда. Ой, сука. Забудьте про эту хуйню, побежали. Они все-таки вы побежали. Давай, 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 рысь, пеши, рыцарь. Вот так вот бежим, типа. И выжимаем их. Выжимаем, 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 выжимаем. Выжимаем их всех, выжимаем. Здесь как? Здесь выжили. Все? Ну, почти. Все участвуют. Да, это, конечно, разгром полнейший. Еще одного такого стыка я не выдержу. Ну, не разгром, в смысле, это... Да, это, конечно, совсем не то, о чем я мечтал. Совсем, совсем не то мясо. Думал бы здесь меньше. Давай, давай, выжимай, 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 побежали и... Давай, жми! Все. 32, 30, 31. Батя пришел, крикани. Не, не крикани тут сейчас. Охрана полководцев. Так, вы работаете по охране. Поубираем. Работаем, работаем по охране. Тыкайте ее, тыкайте. Здесь прям почти выжили их, да? 27 осталось. Выжимаем. Где-то 8, где-то 5, 4, 4, 4, 3. Это убираем. Побежали. Выжимаем. Вот так, поехали. Один. Ой, это один герой прям. Ой, молодец. Погибнешь же, да? Упнёт, смотри-ка. А так, сука, спали его. Вроде в троих. Ах, погиб герой. Погиб герой. Да тут все не герои. Здесь всех добили почти. Давай, блядь. Добивайте, добивайте. Прям никто не отступал, кстати, у них. Сейчас мне не хватило. Как-то маловато я и здесь их положил все-таки. Очень много. Что, мне кажется, опять точно уничтожение. Тарана, например. Они бы лезли по лестнице по одной. Стрел тарана, что-то. Наверное, не знаю. Так, ребятушки, октябрятушки, собрались, честное слово, а? Выдавливайте, выдавливайте ублюдков, 12 человек осталось. Здесь-то как что? Вот, тут вообще почти никого не осталось. Вон, два козла, а полководец и его друг, все. Его любовник, все, полководец и его пидор этот, любовник, все, больше никого нет, все. Замочите его, давайте, ну. Есть, ну, полководец один, просто затыкайте, просто никого, только... А эти побегут сразу, они побегут, я знаю их, все. Не надо в полымя, наш полководец убит. Сука, ты прикалываешься, что ли? Какое на... Какое полымя, блядь? Какое в жопу полымя? Какого хрена? Какой-то читерский стек уничтожил моего полководца, блядь, так это... Бежит. Догнать и уничтожить. Он один. Че ждем-то, блядь? Просто, как говорится, погибший смертью храбрых. Враг разбит. Эта победа достойна величайших 735! 735! 700! 735 человек потеряно. Как это возможно, блядь? Как?
Как? Карл? Бред. Я же хорошо все поставил там, в принципе, лезть не хочу. Как он мог сдохнуть, я бы... Вот я вообще не понимаю. Как мог сдохнуть наш, сука, полководец? Каким макаром, блядь? Казнить, кажется. Да. Прям печально очень. Да, этот... Нахуй читерские стыки. Честно вот вам скажу, что если будет такая херня, я делаю перезапись. Перезагружаться буду. Потому что такой... Я знаю эту херню компьютерную, читерскую. Вот я потерял просто очень хорошего мэна. И вообще, и всю армию, что здесь была. Вообще, просто. Вот больше 700. У меня было 1400, 7, половину армии я положил на читерском стеке. На читерском стеке. Если бы, ладно, я бы в бою, честно, проиграл бы, да? Ну так вот, в такую жесть там пришла. Там, да? Читерский стек, он может появиться на следующий ход. Так же, вот легко. Легко может появиться на следующий ход. Такой вот, сука, стек. Ну хоть бабки есть, блин, это радует. Все, наем солнечное копье, зеленое копье, там кто-то там чего-то. Че, еще одного шпионца? А ты иди тогда. Сэр. Отправлюсь сюда. С ними. Продолжим. Рад служить вам, милорд. Ну еб твою мать, а ну как так? Звездные песни. Я вот не вижу, что нужно. Сейчас типа, разберусь я со всем этим делом. Сутка новостей. Да. Голодон Гауден. Член семьи, между прочим, да. Погиб. Твою мать, а. Член семьи. Мятеж. Погиб наш Бен. Погиб! А кто может его заменить? У нас поблизости есть кто? Да вот только ты можешь, по идее, да, заменить. Или ты. У меня же сидит какой-нибудь хрен где-нибудь в неприятном месте в каком-нибудь, нет? Или все работают? Все работают? Да сгинет враг! Где-то ведь не работают. Найдем кого-нибудь безработного. Обязательно. Вот. Милорд. Все. Да. Пошел, пошел. Все, давай в лагерь спокойно. Вперед, войны! Собираем кучу это дела. Вперед! На сегодня путь окончен. Берем армию, сейчас вот Тор пойдет. Все, мышка вздыхает. Это меняет, конечно, батареечку. Ну, серию, я думаю, мы доживем. Берем, конечно. Берем, берем, мистер Тор. Какой мистер Тор, блядь? Я же этого тащил. Вот, да, крутой мэн. Господи, мистер Тор. Дебил. Беги давай. Вот. Дорогие, нормально. Брать нечего. Все, да, берем. Король. Это вот ударная Брат, будет. Ударная сила будет. Ну а... Вам, вот а? Сейчас. Тор пойдет у меня туда. Лорд. Да, все, пошел. Пойдет Тор меня сидеть. То есть у меня будет как минимум 14 полководцев в поле, и того я 4500 получу, или даже 4. Это значит, надо выгонять кого-то. Откуда, например, Сэшфорда? Выгоняйся. Выгоняйся, братан. Выгоняйся. Ну, из длинного ствола, кстати, можно выкинуть. Так что ты сядь, а ты вот выйди. 600, 300 рублей. Вот здесь у меня тоже фаван-то не чувак сидит. Здесь, например, у меня в «Звездные песни» да, надо выгнать хрена, там разницы никакой. Да, конечно, король. Все. Вот ты вот «Звездные песни» не построил тут вам, в поле. Друг мой, маленький друг. Так, дожидаем старого шпиона и идем на встречу с этой вот посудинкой. Да. Посудинка, кстати, может по пути высадиться, да что-нибудь прикупить, между прочим. Каких-нибудь наемышей, прям, чтобы... Типа, нормальных. Чтобы умирать не сразу. Авангард, разграбление, все. Да, сейчас с этим разберемся и продолжим ход. Потому что я лезть. Лезть я сейчас никуда не буду. Мне надо держать границы.
Сарфилд надо держать, пока у меня не наберется здесь армия, чтобы атаковать Кайс, Шмайс, все остальные дела. Лезть мне никуда нельзя. А вот и армадочка, да? Еще 4 хрена. Ну, идите, да, пока сюда, в старый ДБС, в старый дуб, типа. Здесь есть что? Да, нормально, да, давай тоже в старый дуб. Соберем. Чем богаты, тем мы и будем рады. Так, ты иди подкрепляйся. Например, вот Вокс. Скросс. Так, тут у нас... Да, нормально, сидим, переобучаемся. Все, 18, 13. Надо выдержать тоже. Потому что любое нападение подобного плана, это, конечно, катастрофой дикой. Дикой ужасной катастрофой. Все, если сейчас появится еще один 40 стек, я скажу, идите в жопу, я загружаюсь. Сейчас, давайте, быренько сейчас разберемся со строительством, что там у нас осталось. Так. Уже интересный звездопад. Ну вот есть ли смысл рынок ставить? Или лучше сначала тут и так все в порядке. С роста населения никакого, поэтому давайте. Давайте это все сначала. А в лимонной роще, да, давайте, ладно, что хрен с ним. Добивать все постройки. Серые гавани. Раздражало. Так, до рыбаков тоже ноль. Давай, построим церковь Арглора, и тогда пойдет. Просто, я думаю, я почему-то так думаю. Так, в Торе. В Торе хорошо. Доход как бы херня. Ну ладно, в соленом береге. Тоже говно, конечно. Черный венец. Построили Арглор, денег уже нет, да? Вот мы понастроили. Рынок, твою мать. Так, рынок рынком, а нам нужен порт, потому что это все-таки важнее. Конечно, порт намного круче. Улучшенница состоялась в Крейхолле, и тут же... Все, сине-желто-бело-красное, давай. Еще одного, вот это, лапки есть. В Ниве. Ага, Бокс-кроссе. Вот-то есть, Бокс-кросс, но это скорее... Вряд ли это будет такой. Минус 5. Давай, вот это, конечно, просто какое-то население. Ну и что у нас получается? Получается, у нас такая вот жопе. Да, друзья мои. Пару ходов и все. Ну что ж, да, давайте на этом и закончим. Я думаю, что в следующей серии мы наверняка наберем армию, уже сможем выдвинуться в Кайс, а также можем уже начать, так сказать, продвижение к иным. То есть в следующей серии, конечно, с иными мы еще не встретимся. Нашей армии со шпионами и так далее. Но как минимум на Кайс пойдем уже. А вот здесь как все, что будет, это как вот бог положит. Потому что здесь вон вовсю, понимаешь, победа без чести. Джоффри жахает королевский лес. Прям вот. Атаковал и все. Че думает Станис, блядь, я не понимаю. Королевский лес, ключевое место вообще-то, между прочим. Очень такой... Хитрый поселок, ё-моё. Чё делает Станис, я не знаю, блядь. Надо как-то решать этот вопрос. Надо решать этот вопрос. Надо валить этого парня с его тусовкой. Высылать отсюда подкрепление, отсюда. Зажимать его, все выгонять, прогонять, убивать. Насиловать и грабить. Нет, он что-то, блядь, потупливает. Не, может, у него тут какие-то спецназы с зверями сплошные, поэтому так раскладывают всех справа налево. Вот здесь, смотрите, две пачки. Здесь пачка, здесь пачка, здесь пачка. Вот эти две пачки вполне могли бы так собраться в одну и ударить по дороге Рос. Тем самым, отрезав полностью вот это место от какой-либо угрозы. Забрав Розы, вот это дело. Ну, правда, здесь у них замки, а не город. Город, ну город, ё-моё, прям в центре находится, простором. Полезная вещь, полезный город. И он так слабенький. Не город у нас особо. Не крутой, как и зеленое поле. Не особо ты крутой город. Не Старомес Хайгарден, как говорится. Ну да ладно. 15 главарей участвовал в набегах. Хорошо. Ну и что у нас тут получилось? 63, 77. 77 это строительство ушло. Много сейчас прямо. Нормально. 37 содержания армии. Терпимо. Терпимо. Все в порядке. Нет, бабки, с бабками, слава богу, все зашибись.
Ух уж эти читеры. Ну что ж, а на этом все. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. Там все новости о канале, вообще о всех стримах, о всех записях, изменениях каких-то. Изменениях контентовских и так далее. Выпуск новых серий, о чем они, куда, зачем, почему. Комментируйте, делайте репост, это реально помогает. И любите эту игру. А с вами был Доктор Труф. Пока-пока. До следующих встреч. Пока. Don't guide, yeah, the great God. Don't leave your mother, 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 don